связи компания «Артоп», и сегодня мы хотим вам предоставить два новых кресла нашего производства. Это имеет название «Хита», а это «Зита». Отличие между ними то, что здесь идет без искусственного ротана, а в этой модели мы оплетаем вручную искусственным ротаном. Этот материал не боится влаги, сырости, солнечных лучей и даже мороза. Но одно отличие между ними есть, то что здесь как бы идет оплетка ротаном, и стоимость у этого изделия чуть-чуть больше, нежели у этого. Мы с уверенностью можем сказать, что это наша разработка, что в мире такого нигде нету. Мы разработали это кресло таким образом, что оно выполняет три положения. На нем можно сидеть, есть специальная подставочка, и такого нет нигде. Внизу подставка съемная, то есть вы сможете подцепить под этот крючок у себя в квартире и использовать это как подвесное кресло. И при этом у вас, вы можете его использовать как подвесное кресло, где вы будете сидеть в нем, и как лежак, когда вы установите подставочку для ног. Это очень уникальная наша разработка. Сейчас мы вам продемонстрируем, как это все будет работать на практике. Сейчас кресло находится в подвешенном состоянии, вот вы можете увидеть, то есть без подножки. Благодаря установлению всего лишь маленькой детали, вы получаете подвесной лежак, который может функционально устроиться в любом участке вашего дома или квартиры.